Всем привет, с вами Настя, добро пожаловать на новый ролик по GTA 5 онлайн. Сегодня я один, проведем разговорный ролик. Да. Хотел записать Детройт, а Детройт что-то мне не работает. Опять меня это бесит. Может там подождать надо, но у меня сегодня времени-то не особо нету. GTA-шечка один сегодня, скилл-тестики на флеше у нас. Мне не кажется ли GTA слишком громкая почему-то мне стало? Тихий. Ощущение такое, что GTA просто дико орёт. Меня это очень бесит. Так, а что это такое? Что это мне показывается? Это что, как мне вылететь надо или что? Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, скилл-тестик по порту. Будем гонять на тачечке всякие прыжочки, тагадычки, как было написано в описании. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Нас уже 151 человек на момент записи. Огромное спасибо вам за такую цифру. Также не забывайте, что я скоро сниму азиатский мотопаркур. Я надеюсь, вам эта тема зайдет. А я сейчас тем временем уже залетел в эту трубу. С первого раза у меня что-то не получилось залететь. Сейчас уже более-менее нормально. И вообще по железной дороге. Не знаю, поезд здесь ездит или нет. Боже мой. А вообще, в принципе, то скилл-тестик тогда должен быть прикольный. Стоп, чё? И чё? А, вот оно что. Вот оно. Ух ты ж, ни хрена. По мостику чисто так. Чисто по мостикам ездим. Прикольненько. Вот это очень прикольно выглядит. Ой, ну, блин, такую машинку на самом деле я на ней очень редко видел, когда скилл-тесты. Потому что обычно скилл-тесты на чем делают? На Иксахе, на Т-20, на каких-нибудь Осирисах. На каких-нибудь там мотоциклах любых. А тут вот флэш. На панте я тоже видел очень. А вот на флэше вообще мало каких скилл-тестов я видел. Поэтому да, тоже что-то новенькое. Машинка так-то вообще в принципе прикольненькая. Ну, ой-ой-ой. Прям как все проходится-то отлично, что я могу сказать. Так, а что, куда мы сейчас едем? Мы наверх куда-то по трубе гоним. Ага. Очень хорошо я вылетел. Ладно, я не очень понял сначала, куда ехать. Кстати, меня спрашивали по поводу вебки. Где вебка? Скажу сейчас сразу еще раз, то, что вебочка на GTA не будет. Потому что GTA, вот я вам скажу, вот сейчас покажу пример. Боже мой. Сейчас я покажу. Значит, смотрите, когда мы попадаем вот в определенные моменты на скилл-тестах GTA 5, допустим, вот те же самые трубы, вот которые мы сейчас будем ехать, битрейт на видео начинает снижаться. Из-за этого качество становится еще хуже. А при этом на веб-камере оно и так уже хреновое. То есть, там, я когда помню, смотрел один раз ролик, там вообще такое качество было, что... Ой, вообще жесть какая. Поэтому, да, ролики без вебочки, GTA, что? Что? Куда мне надо было вылететь? Как мне надо было так вылететь? А, вот так вот, типа, мне надо было хобана. И вылетел. Во, охренеть прикольно. Я не перелетел? Нет, не перелетел. Отлично. По кораблику ехать. Ну, них. Какого хрена телефон сосался? Так, погнали. Опаньки. А сколько тачкпоинтов? 29. Мы только на 9-м. Охренеть. Так. Опа. Не, он очень мне нравится. Флэш, он вообще прям нормально так тормозит хорошо. Ой, а тут надо было на Вулрайта заехать, а у меня не получилось. Да ё-моё, ну ёкарный бабай. Поехали еще раз, едем. Так, отлично. Да ё-моё, у меня машина не цепляется, она просто падает. Ну, господи ты, давай ты прицепляешься, едешь по Вулрайду, вылетаем, и мы берем чекпоинт. Давай, заедем, как думаете? Да не, не заедем. Надо отреспавниться. Так, давай. Это вообще не сложно. Чё я тут... А хватит мне мысли. Скорости то не хватает, то перебирают. Это ж вообще жесть какая-то. Так, сейчас, секундочку. Так, все, вот. Поехали. Да, ё-моё, ну конечно. Конечно! Давай, раз, два. И теперь здесь мы тормозим, перелетаем. Не так же вылетать надо. Ё-моё. Ярик, что ты делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Вот едешь. Опа.
И поехал. Поехать надо было, а не падать. Ну, ё-моё, Ярик, Ярик, Ярик. Что ты делаешь? Почему ты так криво ездишь? Ты же в GTA уже давно играешь. Ты должен понимать, как все это работать должно. А не вот так, как бы как ездить. А, Ярик? Давай, вот смотри. Сейчас будет победная. Да божечки ты мой, ну куда тебя выкидывает? Куда? А? Куда тебя выкидывает? Давай. Оба. Да я не могу. Ее выкидывает. Подожди, а вот отсюда там вылететь-то, по идее, нереально, да? До туда. Хотя смотри. А здесь специально-то трамплинчик-то есть GTA-совский. Может, мне. У меня ж получится! Если он там не поставил никакой объект. А он, по-моему, поставил, да? Это он поставил. А, ну да, это он поставил. Чтобы мы не читерили. Я понял. Надо честно проходить, а не читерить. Погнали. Оба. О, еду, еду, еду. Получилось. Ура. Только не вылети. Нет. Ну, ёлы-палы. Господи, почему меня выкинуло-то? Так, ну это я уже научился. Давай теперь на волрайд. О, во-во-во-во-во, встал. Так, скорость сбавляй, скорость сбавь. О, отлично, отлично приземлился. Да, отлично, просто отлично. Так, поехали. Хобана. Опа, приземляешься. Так, опана. Все. Так, теперь у нас по стеночке. Так, стоп, 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 стоп. Так, отлично. А, понял, все, теперь я понял, все, понял, понял. Ну, я же не понимал, а теперь понял, все. Догадался. Я молодец, молодец. Вот так. Ага, а как бы это сделать? Тачки скорости не хватило. Мощности, точнее. Сейчас что-нибудь придумаем. Придумаем. Это что такая за перекладочка-то, ё-моё? Что это такое? Тачка не клонит. Нельзя, типа, её... Да, не едет она. Хотя в описании было написано, что стоковая нужна. Вот у меня стоковая. Дэм-дэм-дэм-дэм. Пэм-пэм-пэм. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Сейчас получится. Ну не так. Не так надо было, Ярик. Ну ты что делаешь? Куда ты вниз-то поехал? Там надо было вверх. Вверх, а не вниз. Вот так едешь. Не, ну а чё, в принципе-то? Почти. Почти получилось. А то если скорость не набирать, остановиться в трубе и сделать такой переворот, по идее. Хотя там... там... Меня разворачивает. Именно разворачивает. Так, ладненько. Респимся. Респимся. Мы, кстати, даже еще половины с вами-то не прошли. Не прошли. Я думал, так быстренько пройдем, а тут... Ладно. Понял. Понял. Принял. Обработал информацию. Поехали. Едем. Давай. Здесь. И что это? И что это? Почему я не еду? Почему? Объясните, пожалуйста, мне. Объясните такому тупому человеку, как мне, почему у меня машина не едет. Давайте я сейчас попробую остановиться. Остановлюсь в этой трубе. Мне кажется, это была очень плохая идея. Очень. Здесь нужно сделать что-то наподобие перекладки. Я не очень понимаю, как это лучше всего сделать. Потому что у меня тачку либо заносит, либо еще что-то такое происходит с ней. О! О! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Опа-на! И сразу в трубу, нон-стопом, не останавливаясь, едем, 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 едем. Ну, блин. Опа-па, да-да-да-да, едем. Так, в дырочку. Сразу включу на всякий случай F1, чтобы запись шла. Ясные дни, я долетел, ес! Так, теперь куда?
Теперь у нас на дорогу приземление идет опять. Так, собираем чекпоинты. Ва-ха-ха-ха. О, кстати, тут можно на превьюху взять. Будет хороший. Или прикольно, кстати, выглядит, да. Можно будет взять на превьюху. Ну не торопись ты, Ярик, ну ёкарный, поторопился, все, понимаете? Давайте еще раз возьмем. Со всех сторон поснимаем. Так, так, так. Да ё... Куда ты? Ты утопиться хочешь? Дайте мне поснимать-то эту превьюху. Волны еще тут. Так, мне не дают снять превьюху. Бред, ну ладно. Мне кажется, кадров уже хватает. Поэтому... Раз. Нам потом еще обратно ехать. Да. Обратненько ехать теперь. Да нет, я упал. Так, давай еще раз. Ну ё-моё, куда я падаю? Какую жопу постоянно. Да куда я падаю? Мы, кстати, уже прошли половину-то, оказывается. Да... Нормально, ты можешь проехаться. Машинка-то моя любимая. Давай. Туда-сюда проехать, обратно. Точно такая же дорога. Просто в обратную сторону. Что в этом сложного? Так, ладно, давай. Поехали. Я не понимаю. Вот вроде разницы никакой нет, куда проехать. Просто я угол, может, не тот беру. Наверное, да. Угол не тот, из-за этого тачку... Так, а какой угол-то ей нужен? Давайте я скорость не буду. Вот прям вот на такой скорости отлично прям проходится. Ну нет! Ай, ну капец! Ну ё-моё, прям последним. Ну ладно, сейчас пройдем. Все, сейчас точно пройдем. Все, я же сказал, пройдем. Теперь долететь надо. Фух, я уж думал, не долечу, серьезно. Так. По чекпоинтам опять просто едем куда-то. Я вообще не понимаю на самом деле. Я на всякий опять же случай, может быть, что-то попадется прям под превьюшечку. В туалет прям. Пум. Ух, нихрена себе, он меня развернул как надо прям. Как автоматика. Гоночка автоматика. Ой, какие там спиральки-то я вижу красивые. Сейчас мы по портику чисто гоняем. Так, куда тут? Ага, понял, развернуться. Так, в корабль чисто влетаешь такой. Мяу, бум. А там сразу надо боком встать. Я понял. Я понял вас. Опаньки, встал боком. Давай, давай, едем, едем. Сейчас, по-моему, надо будет ехать по спиральке уже, да? А чё меня так криво? Во что я там врезался-то? Ну ё-моё. Давай, давай, давай. Вот въезжаешь, крутишься вот так вот, встаешь как надо, едешь, ровненько причем едешь, не криво как-то, а ровненько. Да я сказал, ровненько едешь, а не криво, машина. Машина, я не понял, ты что делаешь? Я сказал, ровненько ехать надо, почему-то не долетела сейчас машина. Ну ё-моё, что тут происходит-то? Я не понимаю, ребят, вот серьезно. Давай. Мяу-мяу. Че, я уже все, я уже с ума схожу на самом деле. 13 минут только прошло, ощущение реально, час уже прошел. Я тут сижу на этом элементе. Все, я просто еду. Просто еду. Просто еду. Все, еду. Как сказал, еду. Просто еду. Так, теперь нам нужно наверх. Так, а дальше что? Дальше тоже наверх, ну чё за троллинг? Блин, меня затроллили, я понял. Спасибо, игра. Спасибо, создатель карты, что любишь троллить. Все, едем. Едем, поехали. Ну, сейчас точно пройдем. Смотри. Встали. Едем. Все, теперь держимся просто выше. Намного выше. Хорошо, что здесь стоперы были. Иначе бы я опять это все проходил. Так, чекпоинт. Чекпоинт, вот он.
Вот он и чекпоинт. Так, что, мы опять на воллрайд? Опять на воллрайд, ну конечно же. Куда же без воллрайдов-то? А флеш, она, кстати, нормально так-то держится. О, тоже прикольный элемент сейчас будет. Вообще прикольный. А как она держится-то тут? Машина не держится. А там реально мы чисто как это прыгаем вот между этих дырочек. Капец. Это очень прикольно выглядит. Только вот если чуть-чуть хоть машина скорости теряет, то все. Но я очень сильно заносит на самом деле на такой штуке. Поэтому я надеюсь, что... Просто смотрите, как ее крутит. Жесть. То есть ей скорость терять нельзя, и то, что ее заносит, это тоже очень плохо. Вот, видите, сказал, что плохо. Вот и происходит все это очень плохо, потому что, как видите, как ее... Прыгает она просто на этих штучках, прыгает, она не едет. Кстати, а может сделать вот так вот, смотрите. Может, мы сейчас чуть-чуть под... троллить систему, я хотел сказать, но нет, не получится подтроллить систему. Я понял. Там все продумано насчет этого. Поехали, значит. Нам надо как-то проехать чисто вот по... Давайте от первого лица попробуем. По вот этим вот прыгучим штучкам. Просто смотрите, я просто жму кнопку вперед, ее как колбасит эту машину, да? Жесть же. Я дошел, но надо было выше ехать. Надо было ехать выше. Все, сейчас мы точно пройдем. Это по-любому. Значит, надо было ехать выше, я ехал ниже. Ой-ой-ой, столб. Так, сразу держимся выше. Потому что нас сваливает просто иначе. Так, давай. Да ёкарный бабай, ну куда я врезался-то? Можно не от первого лица, на самом деле, разницы-то толком не видно. Потому что мы видим и так все эти препятствия. Поэтому едем. Давай. Давай. Ёкарный бабай. Давай. Так, вот сейчас нормально еду. Нормально. Давай. Доехал! Ура! Вот это топ, я аж запел. Прям пивун. Нет, подожди, там вода. Там вода. Аккуратно. Все, теперь я точно запою сейчас. Так, и что это такое? Я сдох. Стоп, а что это? Куда мне там? А, я понял. Вот такую штуку мне надо сделать. Все, я понял. Я сначала не понял, а потом как понял. Ну нет! Не затохнись. Все, отлично. Не надо задыхаться. Просто смотрите, сколько воды. Это же жесть. Просто перекладки какие-то делаю тут. А там долететь надо было. Ну, ё-моё, сейчас опять все заново. Там вода это мешает очень жесть как. Что это такое? Я просто под воду ушел. Классно, мне нравится. Что волны эти в GTA. Ой, что-то вообще скорости теперь не хватило. Ну, ё-моё. Как скорости-то не хватило. Так, давай. Что-то я не так, неправильно чуть-чуть поехал. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Я не в ту сторону совсем дал просто. Поэтому так и поехал криво. На самом деле. Так, давай. Теперь здесь по бачку едем. Вот видите, все, я скорость потерял, и все, я сейчас не долечу. Ну, то есть там скорость терять не надо, потому что там надо вылететь и набрать ее скорость эту. По-другому там никак. То есть там теряешь скорость, и все. Ты не долетишь иначе.
Ну, то есть, получается, вот ты едешь, тебе говорят, переедь на ту сторону, ты не перелетаешь, из-за этого тебе скорости-то не хватит. Я теперь утонул еще. Спасибо. Я понял вас. Не, ну и это выглядит несложно. По крайней мере, процент проходимости, который тут был, этот мне как-то кажется очень странно для такого-то скилл-теста. Процент на секундочку был 40%. Что на секундочку, мне кажется, очень странно-то для такого-то скилл-теста. Блин, я слишком под тупым углом выберу этот перекладку, короче, так скажем. Я очень рано начинаю ее делать, из-за этого угол там трубы меняется, и я не могу долететь. Так, давай. Вот сейчас финальная вот эта вот перекладочка. Почему меня развернуло-то? Ой, и вылетаешь такой. Я не долетел. К сожалению, да. К сожалению, я не долетел. Так. Здесь-то еще можно искупаться. Там уже потом нельзя. Давайте от первого лица. Да куда ты в воду-то? Да я понял. Все, хана мне. Так, давайте еще раз. Сейчас точно пройдем. Я сейчас точно говорю. Сейчас точно пройдем, 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 пройдем. Не в воду. Так. Так, не, от первого лица я ни хрена не вижу, серьезно. Я не понимаю, как от первого лица некоторые люди играют, проходят скилл-тесты. Потому что это очень сложно. Не, в некоторых элементах может быть и легко, но... Не во всех. Блин, я не понимаю, почему мне так криво перекладывается машина, хотя она должна, по идее, прям идеально перекладываться. Давайте еще раз попробуем. Вот так вот ты едешь. То есть там можно, в принципе, эту скорость большую не набирать, потому что она там пока что не нужна. Как только мы будем делаем перекладку, она сразу нам понадобится. Вот тут делаешь перекладку, едешь и перелетаешь, да, хочешь сказать? Да, и перелетаешь. Кайф! Зачем перелетать-то? Зачем? Зачем ты перелетела, машина? Я сейчас слишком большую скорость взял, ну почему? Блин, а сейчас вообще не переложился. Ну ладненько, отрезаемся. Отрезаемся, не будем тратить время на вот эти вот ваши развороты, повороты, все вот как его. То, что там нужно делать. Так, все, давай. Вот тут теперь мы берем разгон. Хватает. Блин, сейчас вот очень рано начал делать ее. Там надо тайминг подрасчитать. Тайминг. Она вообще под 90 градусов идеально может. Ну, под не под 90, но там почти 90 градусов. Она прям идеально заезжает. Не обязательно делать вот этот широкий угол, который делают практически все тачки. Вот вроде, знаете, вот сейчас такая штука. Вот у меня один раз получилось, не факт, что у меня получится второй раз. Потому что сейчас у меня начнется зацикливание, и я могу просто застрять на этом элементе. То, что мне этого вообще не хочется. Поэтому будем пытаться сейчас. Я надеюсь, что у меня сейчас это получится сделать. Потому что это не прям сложно так-то на самом деле. Вот как я сейчас сделал. Опанки! Взял чекпоинт, отлично. Вот видите? Только сказал, что у меня пойдет сейчас зацикливание. А вот все, я сразу прошел. Так, что, куда ехать? Куда? А, вон трамплин, вижу трамплин. В трубу едем. Летим в трубу. Пум, стоп, что? Ай, там надо вниз тачку отпустить. Точняк, точняк. Я уже забыл. А я уже и забыл, как это делается. Давай. Ой, какой сейчас мы угол должны будем подрасчитать, чтобы попасть. Это ж прям сложно. Хотя, подожди, а если я в тачку наклоню, вот, допустим, под другим углом? Вот под таким. Под таким ни хрена не произойдет. Что-то я делаю? Так, значится. Нам
Тут просто не показано никакой туториал, как нам лучше наклонить тачку, поэтому будем делать, как это делали все всегда. Опаньки. А, ну, видимо, это так было и задумано. А если нет, то... Ну, если я так сделал, то я уже никак не вернусь, к сожалению, чтобы это повторить. А, так, теперь мы опять поднимаемся под... А, вылетаем. Я понял, сейчас отрезаемся. Отрезаемся. Вылетаем из трубы. Наверное, опять такая же штука, да? Ой-ой-ой-ой. Оно меня откинуло не в ту сторону, да ёлы-палы. Какой троллинг начался под конец. Ну, блин, 3 чекпоинта, остается 3. Меня просто начинают дико троллить. Меня это не нравится вовсе. Я почти засейвился. Блин, а как нам лучше залететь? Задницы лучше, типа. Давай попробуем задницей. О, реально задницей. Нормально. Так, что теперь куда? Так, теперь на парковочку. Идеальный паркинг. Fug Life. Пем-пем-пем-пем. Так, ладно. Чё, всё, финиш, что ли? Уже? А, ну 26 минут, нормально. Ну что ж, короче, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Да, чё я несу второй раз подряд? Не знаю, зачем я это говорю. Ну, короче, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. С вами был я, Нести, с вами. Всем удачки, короче, всем пока. Я уже всё, я ку-ку поехал. Да, всем пока.